Ребят, всем привет! Сегодня мы в Эстонии, в Таллине, и зашли в отдел аквариумистики. Людей довольно немного, люди смотрят, наслаждаются, очень много туристов. И смотрите, на первое, что я обратил внимание, конечно, в отражении вы видите, обезьянки прыгают, но я обращаю внимание на то, я обращаю внимание на свои, как у меня были краснохвосты и самы. Вот идеальный аквариум для них, огромный пангасиус, вот краснохвостый сом, нет, это пангасиус, вот он, краснохвостый сом, плюс до метра растет, хищник, это у нас пангасиус ход плавает, тоже рыба-монстр, очень напоминает акулу, вот аквариум для них. Сверху мы видим шахта, вода уходит, стенки из камня, огромная-огромная коряга, тяжелая, но чтобы чистить легче было, без песка, без камней, потому что гадит-то немного. Вот мы видим, вот плавает прямо он, мозг. Вот мы видим кислород. Пузырики идут вверх. Один все время отдыхает. Поэтому, как я держал, конечно, с таким ртом, да, который ночью хватает все подряд. Вот, например, давайте посмотрим, он лежит, понаблюдаем. Он хватает, а потом думает, что это, уже глотает. Так что все рыбы, которые чуть меньше его рта, будут истреблены из аквариума. Поэтому, ребят, с такими самами, вот я говорил, краснохвостыми, ну, практически держать можно единицы рыб. Вы должны уже думать, кого держать, кого нет, кого оставлять. Или тогда со временем останутся только вот такие вот самы. И еще, может быть, вот он, пангасиус, видим у него хвостик. Даже когда дети подходят, видят такой аквариум, все удивляются. Конечно, еще на обезьянок смотрит. Смотрите, вида аквариума с самами. Вот пангасиус. Любимая рыбка, мяско пангасиуса, которые еще побольше вырастают. Мне знакомые сказали, что самые очень вкусные. Люди едят сомиков. Но опять же, это все. Но любители, я своих бы самов съесть не мог. А так, конечно, оно рыба шикарно красивая. Просто размер ее, да, окрас. Так и говорил, окрас фантастический. Если еще цвет такой подобран чуть-чуть, мы видим, что красный хвост виден, но он такой немножко у них потрепанный, может, не знаю, может, питание в чем-то дело, может, в качестве воды, потому что тоже это дико-дико зависит. Но я думаю, что тут профессионалы люди, ошибок они не допустят. Так что, ребят, на этом я видео завершаю. Я вам показал красоту. И дальше еще есть аквариум, но там совсем маленький будет аквариумный мир. Я вам тоже обязательно в следующих роликах выложу, выставлю в интернете. Всем спасибо, всем пока, всех обнимаю. Чао.